Артемий Лебедев предложил перестроить Новосибирск. Так блогер ответил на слова министра обороны Сергея Шойгу – построить новые города в Сибири. При этом накануне Лебедев назвал областной центр городом-недоразумением. Блогер Артемий Лебедев поделился своими мыслями по поводу предложения министра обороны Сергея Шойгу, который тот сделал во время недавнего визита в Новосибирск. Тогда глава военного ведомства предложил построить в Сибири несколько городов-миллионников. По его мнению, они могли бы стать крупными научными и промышленными центрами. А вот Лебедев с министром обороны не согласился. В своем блоге он раскритиковал идею и сказал, цитата, «перестройте Новосибирск». Оригинальная версия блога содержит большое количество нецензурных лексики, поэтому можем привести лишь небольшую часть. Абсолютно бредовейшее совершенно предложение. Вообще непонятно, кто тот консультант, который писал ему, нужно там, он встречался с какими-то людьми там где-то в академгородке, что-то надо было сказать. И он сказал, давайте построим, значит, 3-4 крупных города, чтобы там жило по миллиону человек, и еще туда столицу России привезем. Отметим, что это не первый раз, когда Лебедев критикует областной центр. Не так давно в интервью редактору одного из журналов он назвал Новосибирск городом-недоразумением. По его мнению, Новосибирск унылый, городу не повезло и вообще лучше сюда не приезжать.